Всем привет! Сегодня будем наносить венецианскую штукатурку. Это будет мой первый опыт. Но я знаю, что у меня все получится. Мне рассказали, как это сделать. Поэтому смотрим видеоролик на мои старания. И потом я хочу запустить очень крутой конкурс. Но об этом немножко позже. В общем, у меня есть планшетка, на которой сегодня я и буду экспериментировать. Если у меня это получится, то следующий видеоролик будет на стене. Здесь у меня краска. Обычная краска влагостойкая, сейчас поверх нее будем наносить венецианскую штукатурку. Очень-очень самым-самым простым способом. Вот просто для таких, как я, которые не умеют, но смогут. Венера кальчи. Это штукатурка на извести. Вот такая она классненькая. Я уже заколировала ее, вот отдельно отложила себе вот такой мятный классный цвет, который будет не надоедать. Ну и в то же время будет так эффектно смотреться на стене. На булку мазать нельзя, но выглядит аппетитно. Мы уже спрашивали, что это за черные ведра у меня в комментариях. Это российское производство, завод находится в городе Воронеж. Я рекомендую, пользуйтесь и потом пишите, понравилось вам качество, либо нет. А мы приступим. Будем наносить наздир разнонаправленными мазками. Пропусков не должно быть, сейчас мы все перекроем. Вы видите вот этот ляп? Это так я колер вымешала. Вообще лайфхак. Берете мокрую губочку, и пока она не высохла, вот так вот аккуратненько его убираем. Ну, бывает. Но ничего страшного. Даже если там чуть-чуть не доперекрыли, вообще ничего страшного, потому что на следующем слое оно все спрячется. Так, теперь кельму очищаем, разглаживаем это все, убираем все рубцы и снимаем лишнее. Мочим кельму. И дальше снимаем. Все, ждем. Ждем часика, я побежала за феном, чтобы ускорить процесс, и подсушим его. Подсушила феном, смотрите, она очень сильно побелела. Это нормально, потому что она на извести. То есть при высыхании цвет меняется. Теперь о косяках новичка. Венецианская штукатурка наносить гораздо, блин, сложнее. И этот тоненький слой, который нужно сделать аккуратно. И самое главное, чтобы материал не успел высохнуть. Потому что когда он высыхает, на кельме образуются сухие такие комочки вот самого продукта. И он делает вот такие вот царапины. Ну, конечно, это брак. Поскольку это первый слой, то можно исправить. Если вы сделаете это на втором слое, уже, я думаю, это будет видно. И это останется как такой некий брак. Чтобы это все избежать, нужно как можно чаще мыть кельму. Сейчас нанесем второй слой. Все то же самое, наздир разнонаправленными движениями, аккуратно. И главное, не спешить. Кельму и мокрой кельмы уже проходим, снимаем излишки. Второй слой высох и последний, третий, финишный такой слой будет. Я поменяла себе шпатель, потому что тут слишком большой, а третий слой, основная фишка, нужно нанести очень мало материала и максимально с силой его растянуть, для того, чтобы получить очень-очень тоненький слой. Пока не высох третий слой, мы будем делать такую штуку, как железнение. Мы будем работать вот этим краем кельмы, очень прям сильно придавливать и разносить материал. Это для того, чтобы третий слой, он как бы проник туда, и вот получится вот этот рельеф и эффект объема. Кельма должна быть очень чистой. Если на кельму что-то попало, как вот мусоринка, вы должны обязательно ее протереть. Вот видите мусор какой? Тут все нужно убрать. Теперь мы ждем, когда он высохнет. Наносим воск, ждем еще часов 8, и потом будем полировать. И посмотрим, какое зеркальное отображение у нас получится. Теперь финиш. Четвертый слой – это будет воск Чироса. Один блогер как-то сказал, что это, блин, самый кайфовый, густой воск, который он видел. Я, наверное, с ним соглашусь полностью. Гена, привет! Наносим мы его очень тоненьким слоем. Ну, в принципе, по смыслу того же третьего слоя. Чуть-чуть наносим и вдавливаем. Самое важное при нанесении воска – это не оставлять пустых мест. Лучше вы пройдите еще раз, но убедитесь в том, что на этом участке стены для подложки вы уже нанесли слой. Вот вы видите, что я больше не набирала материала, то есть вот то, что я немножко взяла с
самом начале. Вот этим мы и работаем. Ждем 8 часов, пока воск подсохнет, и будем полировать. Но это уже завтра. Теперь о конкурсе. Правила очень простые и очень классные призы. Мы будем разыгрывать 3 шуруповерта от компании DeWalt. Насколько я знаю, это очень классные инструменты, и мужчинам они всегда нужны в работе. Так вот, условия конкурса. Вам нужно подписаться всего лишь на мой канал. И в этом видеоролике внизу написать комментарий, зачем вам нужен шуруповерт. Давайте посмеемся и напишем какие-нибудь смешные истории. И в конце месяца мы подведем итоги и рандомно выберем победителя из комментариев под этим видео. Всем удачи, ребят! Обязательно участвуйте и подписывайтесь на мой канал. Ну что, покрытие наше высохло, и теперь мы приступим к шлифовке. Можно шлифовать кельмой, но я буду шлифовать машинкой, чтобы ускорить процесс и добиться прям такого хорошего большого блеска. Мне понравилось работать с венецианкой, это реально классно. Главное, это такая трептильная работа, очень аккуратно, медленно все. И очень красивый результат. Цвет тоже мне нравится, такой нежно-мятный. Спасибо вам большое за внимание, за то, что досмотрели ролик до конца. Я еще раз вам хочу пожелать удачи в конкурсе. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте этому видео лайк или дизлайк, как вам понравилось, работа или нет. И всего вам хорошего. Пока-пока.